зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать вот такую вот лимитированную коробочку от сервиса Allurebox Anti-Age. Вот столько в коробочку засунули. И давайте же скорее посмотрим, что у нас здесь есть. Буду пользоваться, как всегда, брошюркой. Первое, что здесь идет, это Skin Code Generics, интенсивный крем. Там еще интенсивный крем. 50 мл стоит 5410 рублей. У нас же здесь нам положили совсем чуть-чуть вот такую вот сашетку. Не очень я люблю в коробочках получать сашетку, потому как с помощью нее практически никакого мнения о продукте составить нельзя. А здесь у нас всего лишь 3 мл. Виши. Первый дневной лифтинг против ежедневного старения кожи. Лифтинг Supreme. Это вот такая вот классная коробочка. Просто, коробочка вся у нас сверкает, как зеркало. Здесь вот такая вот классная миниатюрка. Ну, прям практически такое произведение искусства. Здесь продукта просто нереально много, целых 15 мл. И, конечно же, с такого объема, какое-то мнение уже можно составить о продукте. Пахнет весьма приятно. Он прям такой густой кремушка, поэтому я думаю, что хватит его очень надолго. Дальше у нас идет L'Occitane Крем Маск Божественный и Мартель. Вот, тоже в такой классной упаковочке. Но согласитесь, гораздо приятнее получать вот в таких вот упаковочках, да, какие-то продукты, нежели в обычных тубах. Тоже довольно-таки густой и немножечко совсем менее густой, чем предыдущие виши. Но тоже я думаю, что его хватит очень-очень надолго. Здесь у нас 8 мл. Дальше. Дарпинг. Сыворотка для лица, раскрывающая сияние красоты. Буду читать, а то вы меня опять будете ругать. Ладно. Так. Вот такая вот у нас карабулька. И там у нас продукт. 30 мл стоит 5300. Да, кстати, как всегда забыла цены проговорить. Вернемся. Значит, Виши стоит 1817 рублей за 50 мл. L'Occitane 9800 рублей за 65 мл. И вот это средство 30 мл стоит 5300 рублей. Здесь такая тоже очень приятная миниатюрка. Она с дозатором. То есть пальчиком никуда лазить не нужно. Вообще просто великолепно. Такой пузырячек. Здесь у нас сколько? Здесь у нас 4 мл. А дальше разглаживающая сыворотка с эфирным маслом мандарина. Это вот у нас прям такая совсем пробирочка. Значит, 15 мл стоит 1520 рублей. Здесь у нас продукта... Здесь у нас 1 мл продукта. Вот такой вот маселочка в пробирочке. Дальше у нас Клоран, бальзам-ополаскиватель с экстрактом хинина и витамином В, укрепляющий. 150 мл стоит 750 рублей. Здесь у нас 50 мл, очень хороший объем. Думаю, он предназначен для волос, утративших жизненную силу. Думаю, на раз, может быть даже на два, мне хватит его попробовать. Дальше идет Kiehl's, концентрат против признаков старения кожи. 50 мл стоит 3800 рублей. Здесь у нас 5 мл. Вот такая вот малипуська. Дальше идет Levitasion, пептидно-коллагеновая маска для лица номер 31. Значит, 42 мл стоит 1200 рублей. Ой. 42 мл стоит 120 рублей. Здесь у нас 38 плюс 4, да, 42 мл. То есть идет тканевая масочка, как я понимаю, и, наверное, кремушка после нее. Вот, кстати, продукта вот здесь вот очень много. Хватит, возможно, даже не на раз, а на два. Такая вот масочка. Люблю маски такие тканевые, вы уж знаете. С ними намного проще. А далее... Далее, то, что я хотела очень попробовать, это Клоран. Масло-блеск для губ Eclat Menu.
5 мл стоит 1200, здесь у нас больше, чем половина, 2,8 мл. Шикарно! Вот такое вот маслице. Оно, знаете, прям такой, оно прям какой-то, как по текстуре, как блеск для губ. То есть довольно-таки липкое. Не знаю, как мы с ним поладим, но надеюсь, что все-таки мы с ним поладим. И последнее, это Avène и Стали крем от морщин для контура глаз и губ. Такой вот у меня уже был, в принципе, он мне понравился, хватает его очень-очень надолго, недели, наверное, на две, знаете, мне хватило. Такая вот бутылюшка. Все, на этом все. Дополнительно ничего, коробочки нет. Если вы чем-то пользуетесь, поделитесь со мной, пожалуйста, своим мнением. Мне очень интересно будет почитать. А также не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал. И всем пока-пока и до новых встреч!